Бабочка Стихофтальма Луиза обитает на острове Тайвань. Эффектная крупная бабочка с размахом крыльев около 125 мм. Ее крылья украшает своеобразный краевой черно-коричневый рисунок, элементы которого удивительно четкие и напоминают широкие наконечники пик. Стихофтальма Луиза, как и все бабочки семейства Аматузид, предпочитает лесной полумрак, где она перелетает от одного убежища к другому. Эти осторожные бабочки великолепно маскируются на стволах деревьев. Нижняя сторона их крыльев оригинально окрашена орнаментом из протянувшихся наискосок тонких полос и поперечного ряда мелких центрированных белой точкой глазков. Самка крупнее самца, но цветом и рисунком на крыльях они почти не различаются. В местах обитания бабочка встречается часто.